Для того, чтобы нарядить елку, не обязательно в предновогодней суматохе бегать по магазинам в поисках самых красивых игрушек. Украшения мечты можно сделать своими руками. В рамках проекта «Химки. Интересно жить» провели мастер-класс по декупажу. Ирина Фетисенко, специалист по арт-технике, поделилась своим опытом с учениками и рассказала о способах изготовления елочных шаров. 2020 год по китайскому календарю пройдет под знаком белой крысы. Она и задала тему. Следующий у нас год какой? Мышей. Да. Стальной. И мы будем делать, да, и мы будем делать новогодние шары с мышкой. Кисточки, краски, блестки, ленточки, нарядные салфетки с рисунками – все необходимые для поделок материалы организаторы подготовили заранее. Сделанные собственными руками игрушки все участники смогут забрать себе. Евгения Филиппова – постоянные гости мастер-классов, но этот праздничный порадовал особенно. Замечательно. Во-первых, это очень полезно все-таки. Даже вот какие-то сувениры знакомым и друзьям сделать приятно. Мастер-классы в Химках проходят каждый день уже второй год. Интерес жителей к развлекательному проекту только нарастает. Хотел бы вам показать нашу афишу. Соответственно, как и наше мероприятие, я вам хочу напомнить, что также она будет продолжена в течение всего месяца. Вместе мы будем встречать с вами еще три раза по данной теме. Соответственно, вы можете отслеживать это у нас в газете, в афише. Максим Тарнушкин пригласил всех химчан на новые мастер-классы. Подробности о них можно узнать из газеты «Химкинские новости». Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.